Всем привет, ребята! Мне тут прислали посылку, и я не знаю вообще, откуда она приехала. Посмотрим, она приехалась в Волгоград. Опять что ли Ника мне привезла, или кто? Посмотрим. Хопыщ! Хопыщ! Опять хопыщ этот! Когда уже это закончится? Какой хопыщ? Помнишь, я звонил, пошел вас хупыщу и рассказывал про эти головы. Так вот, они у меня все, их уже больше нет. А Ёж просто уполз. Я его хотел это погладить, пожмякать, но он уполз. А какую штуку я там жмякал? Пупыт я там жмякал. Вот что я там жмякал. Так, ладно. Хо.пыщ. Я думаю, что это затянется надолго. Так, точка пыщ. Мы уйдем сюда. И зачем мне срать, что у меня уже есть? Зачем мне, например, еще один микроскоп? А посмотрим. Ух ты! Ух ты! Ух ты, Ники! Я тебя приближу камеру и... Вот там. Смотрите. Так, и это что еще за вещь? Давайте мы ее сейчас разложим. Так, подождите, сейчас разложу и вернусь к вам. Ну, как-то так. Смотрел вот свой ролик сегодня, сейчас, точнее. Прикол, что тут написано? Open, точнее, океан. Нет, дай конфетку. Океан, дай конфетку! Океан, дай конфетку! Океан, дай конфетку! Ага, Валера! Все, я молчу. Так, ладно. Это в сторону. Это нам будет мешать. И кот. Мне прислали кота. Зачем? Не знаю зачем, просто прислали кота. Я добрый, я удивлен. Классный. Ерунда какая-то. О, а вот это уже не ерунда, это очень важная вещь. Поэтому отправляем его. Пупсик. Так, ладно, это у нас морковь. Чем желейный? Еще одна желейная морковь. Ну, Мишка, у нас желейный. Значит, все должно тоже быть из желейного. Хотя это арбузы. А тут у нас какая-то черепаха. Это и все. Давайте еще раз. Какой классный звук. Крокодил, я крокодил. Мне кто-то подбросил крокодила, я даже не знаю, кто это мог быть, хотя опять хупыщ. Так, ладно, это в сторону. Опять какая-то ерунда. О, кубик-рубик. Вообще, у меня кубик-рубик уже есть, ну зачем мне еще один кубик-рубик? Сейчас будет два... Три в одном. Два видео в одном видео. Так. Это у нас гекка. Ну, точнее, там. Арберт. И как его там. Ну, короче, вы видели в одном ролике. Антистресс из Китая. Или посылка из Китая. Не помню. Бритва из Китая. Я точно помню, что это видео. Так. Это у нас, в принципе, пакет праздничный. Нормально так. Биг Бен? Что за Биг Бен? Тут мне прислали. Биг Бен он Дрейми. Бен магазин около дома. Ребята, я с этими антистрессами запутался уже. Так, ладно, тут у нас... Это же спрут! Это же долгожданный спрут!
Хотя у меня уже есть такой спут. Да, он у меня есть. Похоже на мой, кстати. Хотя, ну не... Ой, лапа отпала. Так, я думаю, что нам нужно заканчивать. Хотя, какой заканчивать? Тут какие-то карточки. Так, почитаем первую из них. Следующий сверхот видит небосвод из третьего и четвертого ряда снизу. А, это типа из Дженги. Ну, у меня такая же из Дженги. И карточки тоже такие же. Не пойми, о, свинка. Помните, я в прошлом видео рассказывала об этой свинке? Ну вот, это та же самая свинка, только у меня уже такая есть. Ну, не пойми, зачем мне еще это. Первая свинка у меня где-то, это, лежит под диваном, запылилась, а вторая вот. Так, и еще брусок. Это и все? Это и все? Это и все? Ладно, побежали сюда. Смотреть мое видео. Нет, такие антистресс. А то я потом не могу уснуть из-за таких антистрессов. Вот. Так, смотрим. Ну, я снимаю это поза-поза вчерашний ролик это. Так что вот, неважно. Так, какой пока? Посмотрите, что сзади у него. Это какой-то... Яичница, что ли, какая-то? Да. Это рыба-человек. Я рыба-человек! Я рыба-человек! Короче, в этом видео тоже будут эти человечки. Я рыба-человек! Короче, мы все поняли. А вот этот... Негр вот этот вот, он меня пугает. Ну, я понял. Про какую Японию говорил я там, не пойми. Про какую я там Японию говорил. Так, ладно, Александр Шишов. Новые видео на канале Александр Шишов. Вот это на моем канале как раз таки. Вот это вчерашний ролик, а это просто вчерашний ролик. Новинка. Так. 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 Короче, вы поняли, заходим назад на мой канал. Майнкрафт, блоки, шахта, лифта. Выполнили задание от вас. Ну, давайте смотреть.